Ребят, всем привет. Короче, решили мы идти сегодня в аквапарк. Сейчас вам покажу, какая погодка у нас. Так, погодка у нас, ребят, такая себе, где-то 22 градуса. Солнышко у нас куда-то спряталось. Вот поэтому решили на море не идти, а пойти в аквапарк. Покажем вам, расскажем. Сегодня как... открытие аквапарка. Да, сегодня в Лазаревском, ребят, открытие аквапарка. Вот поэтому мы идем. Да. Сегодня, короче, 1 июня, и получается скидка 50%. Так как аквапарк стоит на 4 часа 300, да, стоит 1300, а сегодня из-за открытия стоит, да, получается 650 рублей полстоимость. Да. Поэтому, ребят, идем. Смотрите видео, покажем вам полностью, какой аквапарк, что внутри есть. Проставляем лайки, пишем хорошие комментарии, ну, подписываемся на канал, ребят, мы погнали. Так, вот, ребят, мы дошли до аквапарка. Так он выглядит здесь, вход его. Здесь на месте есть кафешки. Всякие вот для детей развлекательные игрушки. Вот касса. Вот, ребят, вот так все выглядит здесь. Такие горки. Сейчас кто-то будет спускаться. Опа, кто-то там был. Офигеть. Вот есть такой бассейн, идем покажем. Грибочек, да? В виде грибочка. Вот куча бассейнов. Что, красиво? Вот где детский. О, это мне, где по колено, это для меня. Вот есть такие. Вот есть, Ань, такой. А? Идем еще посмотрим сначала. Вот есть такое, Аня. А туда заходить можно внутрь. Попробуй воду, Ань, теплая или нет? Попробуй, теплая вода или нет? Такая более-менее, да. Не холодная, не ледяная. Пойдет. А там что, Ань? А там что наверху? Будь здорово. А, и там тоже есть горка. Все пишет про каждый ряд. Вот еще есть горка. Да, вот это крутые. Это вообще, вон, смотри, ты даже проедешь, уже голова закрылась. Ой, рыбки есть. Вау, какие красивые, золотые рыбки. Рыбки, золотые рыбки даже, да. Красота, да? Идем еще посмотрим. А, вот круги, я бери их любые, Вероника. Видишь, видишь, круг с собой бесплатно. Идем посмотрим тут что. О, тут глубоко, Аня. Ань, глубина 1,3 метра. А, то нет, то не глубоко. Это вообще вот лента. 1,3 метра. А, тут Аня поняла как? Тут вот сверху спускаешься вот так. Спустился и воду падает. Да. Что, детская?
Ничего себе. Вот есть даже место для курения, кто курит, вот видишь? Да, вот там есть место для курения. Идем, где столовая? А тут вода теплая или нет? Дай попробую. Пошли посмотрим. Тебе туда можно, наверное, брать. Нет, тебе туда можно. Можно, тебе везде здесь можно. Вот всякие вот горочки, где можно спускаться. А, это понял, на тюбингу спускаться в воду. Ну да, тут на тюбингу. Это, это на тюбингу, да, да. А идем, где там столовая. Посмотрим. Что, тут интересно. А там более такие опасные горки они. Ребят, еще раз вам говорю, у нас, мы, короче, за билеты заплатили за троих 1850 рублей. Сегодня скидка 50%. В честь открытия. Вот есть столовая. Вот антистоловая, пожалуйста. Можно перекусить. Бургеры, пиво, пицца. Пиццу не хочется, вообще пиццу. А? Вам там есть столовую? Смузи, фреш и тут такое, а вот и столовую. Столовую, давай, столовую. А что есть столовая? Вот есть окрошка даже ваша. Нет, окрошка не хочу. С чем? Макароны. Короче, ребят, кушать здесь очень-очень дорого. Вот мы еще все взяли. Вероника салат, Анюта салат, макароны с чем-то, с подливкой, как это, окрошку и одну котлету. Вот за это все 1700 рублей. У меня еще вот эмоция. Ну и эмоция, да. 1700 рублей. Очень дорого. Кушать здесь очень дорого. Так, взяли мы вот такие лежаки. Аня в столовой, Аня в столовой наелась, да? Сильно? На 1800 рублей. Я одна, что ли? Да. Ну все? Нет. Папа, ты еще полотенце делаешь. Я? Да. А я вас смотрю. Давай, иди. Давай пробовать. Давай. Вот Анюта пошла. Анюта вот это ходит с Вероникой. Есть тут грибочек. Видите, вот водичка, наверное, тоже есть. Все, Анюта зашла все-таки в воду. Аня учит Веронику плавать.
Вот, ребят, в аренду сдаются всякие жилеты, круги. Ну, в общем, аквапарк интересный. Скажи, детям здесь точно, ребят, понравится. Такая прям огромная здесь территория. Так, а вот Анюта и Вероника под зонтик пошли. Сейчас дождевой зонтик прям. Для детей есть бедная вечеринка. Кем? С собой, конечно. Вот мы пришли, сразу аквапарк стал краше. Чем еще можно украсить аквапарк? Ну? Чем? Мелками? 40 килограмм мелки, да? Ребят, Вероника так покупалась, у вас губы синие. Покажи губы. Нет. Ну, покажи, я тебя на видео просто увидишь, какие они реально синие. Ну, секунду, Вероник. А? Молодна. Молодна? Боже, боже. Ай, комедия ты. Ребят, пенная вечеринка здесь для детей специально. Ребят, Анюта сейчас будет с Вероникой спускаться с горки на ватрушке. Вот они на самом верху. А вот они сейчас садятся. Сейчас посмотрим. Все, погнали. Сейчас. Все, кричит Аня даже. Ой, капец. Все классно? Вероник, понравилось? Ань, понравилось? А давайте на ту большую горку.
Ань, Ань, а давай на ту большую. Давай на ту большую. Аня, верните губы синие, посмотри, у нее губы синие. Один раз и все, а? Я снял уже. С ума сойти. Короче, ребята, вот видите, как дети тоже вот прыгают. Ну, интересно, своеобразно интересно. Вот я говорю, Аню, ты пойди на вот ту большую. Ну что, Ань? Там все вот так вот. Ну, на ту большую понравилось? Я не пойду. На большую не пойду. Нельзя, посмотри на губы, какие синие у нее. Да, ну а что ты хочешь? Вода-то холодная, она не теплая вода. Как на море. Пишут, что подогреваемая, но она какая-то не теплая. Холодная такая, как море, да? Да. То же самое, что в море. Короче, вам понравилось, да? Ну, на горке там круто, вот там спускайся быстро, она тебя несет. Смотри, вот вечеринка, Вероник, Веня не хочет, Веня побегать? Я не показывала, ну, не хочет. Мама пойдем. Я хочу на детскую пойти поплавать немного. В общем, ребят, сняли для вас. И стой, стой, папа, не хочешь пойти вот на ту горку? Подожди. Да, Ром, ты не хочешь туда? На ту... Сразу какая-то конференция. Прямо, она быстро спускает. Нет, этого ты мужчина. Это не впустит, я ребенок еще. Не, не. Я видела, как девчонка наверх залезла, знаете, она прям нырнула прям под воду и вынырнула прям из испуга сильно, поэтому я не могу. В общем, ребят, сняли для такое видео для вас. Какой аквапарк, какие цены, сколько стоит здесь покушать. Вот, надеемся, видео понравилось. Ставим лайк, если нет, дизлайк. Кто не подписан, подписываемся. Ну, и как всегда, до новых встреч. Пока-пока.